Всем огромный привет, и меня зовут Вика, и как только появилась хорошая светлая погода, я решила снять на улице для вас, поэтому я надеюсь, вас не будет смущать мой телефон, так как на улице очень-очень шумно и снять просто так нереально. И да, если ты хочешь увидеть вот это вот личико чаще, то не забудь подписаться на мой канал, а также поставить палец вверх под этим видео. А в этом видео я вам покажу несколько идей декора, чтобы сделать свою комнату уютной и по-осеннему красивой. И да, у меня для вас сюрприз, это видео я снимаю не одна, а с замечательной Сашей. На ее канале ты можешь найти различные DIY, влоги, покупки и также очень много всего интересного. У нее реально годный контент. Так что после просмотра моего видео переходи на ее канал, подписывайся и смотри ее осеннее видео. А мы начинаем! Для этой идеи нам понадобятся пластмассовые или пластиковые листья, бечевка, прищепки, а также гирлянда. Все невероятно просто. К бечевке мы прикрепляем прищепками наши листья, затем обматываем гирляндой и все. Это выглядит просто невероятно, особенно ночью, когда все уже так темно. Это выглядит очень красиво и уютно. Мне безумно нравится эта идея. Ну а для этой идеи нам понадобится простая свеча, бечевка, а также простой осенний листик, найденный на улице. И да, ребят, я столкнулась с проблемой. Я не смогла найти простую свечку у нас в Днепре. Поэтому, если ты из Днепра и знаешь, где дешево купить простую такую свечку, напиши мне, пожалуйста, внизу в комментариях. Все невероятно просто. Мы привязываем листик к свече бечевкой и завязываем на бантик. Смотрится это очень уютно и красиво. Ну а для этой идеи все, что нам понадобится, это шишки и желуди. Ну а для этого нам понадобится выйти на улицу, подышать свежим воздухом, скажем, в парк, погулять и насобирать этих шишек или желудей. Для начала я приклеиваю шапочки к желудям, так как в 90% случаев они оказались без шапочек. Это было очень грустно, ну да ладно. А дальше я выхожу на улицу, беру газетку и краску в баллончике и просто их крашу. Также можно использовать акриловую краску, но краска в баллончике гораздо проще. Смотрится это очень красиво и мне нравится. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, какое время года ты любишь больше всего. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока! Ой, телефон, да? Я по-прежнему боюсь, что меня убьет мечта. Ну тут вроде не так опасно. Отлично было, и все. Твои проблемы. Твоя голова. Она все равно пустая. Нет. Я вчера проверил. Там был пустой звук.